Привет, друзья! Представляю велосипед этого сезона, а именно электровелосипед с передним ведущим редукторным мотор-колесом. Контроллер был переделан и усовершенствован, в нем поменял транзистор и другие элементы, была увеличена мощность. Так что обращайтесь по этой теме ремонтов. Средняя скорость в городе, если без помощи педали, где-то 35-40 км в час. Максимальную пока не замерял. Велосипед служит в основном для поездок на дачу. Обычно использую для этого два маленьких аккумулятора, каждый по 4400 мА. Один туда, другой обратно. А в общем, который хватает где-то на 20 км. А в рюкзак можно таких нагрузить хоть до 100 км. Такие аккумуляторы используются в гироскутерах, и мы их также реализуем. Сам велосипед — это гибрид фирмы GT с колесами от Найнера 29 дюймов. Собирался велосипед исключительно для поездок по сугубо практическим делам, например, как поездки в садово-огородное товарищество. Электровелик можно порекомендовать тем, кто ездит на работу или для курьерских дел –